20 интересных фактов о Нидерландах. Амстердам, столица Нидерландов, является крупнейшим городом мира, стоящим на сваях, и насчитывает более 1200 мостов. Правительство страны располагается в Гааге, а не в Амстердаме. Впервые в мире фондовая биржа появилась в Нидерландах в 1600 году, а чуть позднее голландцами была основана первая транснациональная компания. Нидерланды очень сильно гордятся своими первооткрывателями, среди которых Баренц, Хаутман, Янзен и Тасман. Большая часть территории Нидерландов находится ниже отметки уровня моря. Например, столичный аэропорт Схипхол расположен на 4,5 метра ниже уровня моря. Крупнейший в мире порт находится в Роттердаме, а аэропорт Амстердама относится к числу самых больших среди европейских аэропортов. В Голландии очень часто стоит плохая погода. Льют сильные дожди и дуют ветра. Нидерланды – страна мельниц, которых здесь насчитывается более 1000. Около 1000 музеев можно посетить в Нидерландах, 42 из которых расположены в столице и могут похвастаться крупнейшей коллекцией картин Ван Гога. Музеи Голландии не оставятся равнодушными. Велосипед – очень популярный вид транспорта в стране. Количество велосипедов равняется количеству жителей Нидерландов и в два раза превосходит число автомобилей. Нидерланды входят в тройку мировых держав по экспорту сельхозпродукции, уступая лишь Америке и Франции. И это несмотря на то, что только 3% населения государства занято в агропромышленном секторе. На долю Голландии приходится 2/3 мирового экспорта цветов. А также страна занимает 8-е место в списке крупнейших стран-экспортеров. Почти половина трудящегося населения Нидерландов работает неполный рабочий день. Один из иностранных языков, преимущественно английский, является вторым языком практически для каждого жителя Нидерландов. Большинство фильмов в кинотеатрах и по телевидению показывают на языке оригинала, сопровождая субтитрами. Голландцы – высокорослая нация, чей средний рост превышает 180 сантиметров. Голландцы в очень больших количествах употребляют кофе. Когда голландские школьники оканчивают школу, их родители обозначают свои дома национальным флагом и школьным рюкзаком. Почти у трети женщин Голландии роды проходят дома. Именно жители Нидерландов изобрели сыроварение. В либеральных Нидерландах легализованы проституция, однополые браки и курение марихуаны, а алкоголь доступен лицам от 16 лет. Женщины и мужчины Голландии живут по принципу равноправия. Так, например, мужчине не принято ухаживать за женщиной и проявлять инициативу в ее сторону. А также в стране распространены гражданские браки. Голландцы не торопятся узаконить отношения, даже если есть общие дети. Большое спасибо за то, что поставили лайк этому видео, поделились им со своими друзьями и, конечно же, подписались на канал.